Своим воскресением Господь открыл двери рая. Эти слова глава Среднеазиатского митрополитчего округа произнес в своей проповеди в храме города Газалкента, совершая в светлые пасхальные дни визиты в церкви и святые обители Узбекистана. Архипастырь также посетил и Свято-Покровский женский монастырь Дустабада. О том, как владыку встречала его паства, следующий сюжет. Май в Узбекистане, несмотря на календарь, уже смело можно причислить к летним месяцам. Столбик термометра выше плюс 20 градусов. Уже вовсю цветут розы, маки, многочисленные деревья и кустарники. А у прихожан Глазгенского храма есть еще один повод для радости – приезд правящего архиерея. Помолившись вместе с местными жителями и пройдя с ними крестным ходом вокруг храма, владыка обратился к собравшимся со словами своей проповеди. «И Господь своим славным воскресением открыл двери рая. И теперь все люди, живущие на этой земле, уже не будут проходить через ад, а сразу в рай, если будут вести такую добродетельную, христианскую, благочестивую жизнь по заповедям Божьим». Также митрополит Викентий посетил Свято-Покровский женский монастырь города Дустабада, где совершил богослужение. Вместе с сестрами святой обители молились и жители города, а также ученики школы, организованные при монастыре. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Пасхи Христовой и желаю, чтобы все мы трудились безропотно и самоотверженно, трудились с особой любовью, с особой старанием, потому что знаем, что эти наши старания – радость вечную, вечное блаженство.